Запретить известные толкования священного Корана на русском языке. К такому решению пришел Самарский областной суд. По итогам заседания 26 января апелляционные жалобы адвокатов оставили без удовлетворения. Мы с данным решением суда категорически не согласны, потому как оно основано исключительно на заключении, на наш взгляд, некомпетентной экспертизы. Эксперты в своем заключении указывают, что ввиду отсутствия определенных познаний они не могут ответить на ряд вопросов. И получилось так, что практически наполовину поставленных вопросов эксперты не ответили. Кроме того, они не обладают познаниями в области арабского языка. В связи с этим, конечно же, мы считаем, что решение суда по столь значимым для мусульманского сообщества книгам не может быть основано на таком слабом или некомпетентном заключение экспертизы. Напомним, в августе 2020 года Красноглинский районный суд города Самары признал экстремистскими материалами тафсиры Корана известных исламских ученых Ибн Касира и Асаади. Этот процесс длился 2 года. Адвокаты Саид Магомед Чепанов, Руслан Нагиев, Равиль Тугушев, Марат Ашимов, Мансур Усманов и Роман Миронов убеждены, что запретить пытаются общепризнанные во всем мусульманском мире книги. Поэтому они обратились с апелляционными жалобами в вышестоящий суд. У нас есть право обжалования в кассационном порядке, и мы намерены воспользоваться данным правом, обжаловать решение. Когда состоится следующее заседание по тафсирам, пока неизвестно. Мы продолжаем следить за ситуацией.